Всем доброе-предоброе последнее утро в этом году. Как вам вообще день последний в этом году? Как-то мне, как всегда, как обычные дни, не ощущается даже. Единственное, я не накрасилась, чтобы... Ну, зачем два раза в день краситься, правильно? И голову не помыла, тоже голову буду мыть сегодня. Конечно, на голове у меня было что-то, все торчком. Вообще, по-моему, уже надо скоро стричься. Потому что когда начинается торчком, то мне это уже совершенно не нравится. У нас на улице свежо. Несмотря на то, что солнце. И вроде как... Ну, утром всегда холодно, поэтому... А сейчас днем потом будет до 19-20 градусов. Передавали. Где там этот идет, Сать? В общем, иду на работу. Клиентов должно быть нормально. Вчера все звонили, поэтому поработаем. Кто работает, тот и лопает. У нас по понедельникам ездит машина, такой грузовичок, и возит газ. Вот в таких баллонах. Вот. И все, вот, у кого пусто, вот так выставляет на улицу баллон. И вот кто возит газ, уже знает, что здесь нужен баллон. Не знаю, я не... По понедельникам, так как я не работаю... Я не знаю эту процедуру, как это все действует. Надеюсь, он проедет и заметит мою бутылку. Может быть, ее пониже. А даже если не заметит, у сестры придется пойти покупать. У них в магазине продается. Вот. Я просто сейчас шла мимо и гляжу, у всех бутылки такие стоят. Думаю, надо свою тоже поставить, а вдруг пронесет. Вот. Такие у нас пироги. Сняла полотенце, сейчас буду все укладывать, пока никто не пришел. Ну, в 10 у меня уже есть клиент, так-то что? Работаем. Ой, смотрите, подействовала. Вон он поехал. Уехал уже. Грузовичок. Он посмотрел так, проехал, посмотрел, что у меня стоит газ. Остановился и дал. Я как дурочка, представляете, столько лет живу здесь. Но я обычно всегда слышу все, они, знаете, когда... Проезжают по улице, и вот ими вот так гремят, чтобы люди слышали, что он типа внизу стоит. Ну, я с балкона всегда заказывала. А так, чтобы мне вот так вот... Так вот работаем, работаем. Ладно, газ купили. Все. Идем дальше. Ну, этот цветок что-то совсем прям... Что-то с ним не то. Вроде сырой. Ну, что-то он... Листопад. Да, моя рыба сладкая. Вы будете смеяться в продолжении про интернет. Я уже просто над ними смеюсь. В общем, ну я себе уже решила, что я от них отказываюсь. Ну, чтобы мне уйти красиво, я прям решила пощекотать им нервы. Я такая им пишу по WhatsApp, говорю, где, говорю, ваш техник-то? Они такие, какой техник? Я говорю, ну, который в субботу должен был прийти. Он потерялся, говорю, по пути, наверное, шел и потерялся. Они, значит, говорят, а, и наш техник сказал, что он не может залезть на сделать. Я говорю, а это друг подруги. Представляете, говорит, он даже тут не посмотрел, он даже не приехал сюда, а уже такое говорит. Я говорю, здрасте, говорю, для того, чтобы говорить, что нету, он не может туда залезть, надо хотя бы приехать посмотреть. Говорю, а здесь никто даже не приходил. Говорю, ладно, говорю, ничего страшного, говорю, возвращайте мне мои деньги. Говорю, и все, и распрощаемся. Они, ты не волнуйся, деньги мы тебе, типа, за следующий месяц не посчитаем. Я говорю, здрасте, приехали. Вы, говорю, не слышите, я не хочу ни следующий месяц, ни этот месяц. Я говорю, верните мне деньги. Сейчас вам позвонят. Я говорю, я не хочу, чтобы мне никто не звонил, ничего. Я говорю, я не хочу с вами ничего иметь вообще дело. Я говорю, я найду другого, кто умеет работать. В общем, вот такая у нас связь. Но это тут уже, знаете, так лишь бы... как бы пощекотать им нервы, что ли, чтобы жизнь медом не казалась. Не представляете? Типа они, ему неохота лезть, и он говорит, а я туда не могу залезть, типа нету соседей. Здрасте, приехали. Ой, вот так вот. Ну и считай, что да, как бы работу свою нужно знать и делать. Ну я просто вообще, я удивлена. Еще жду одну клиентку, и тогда уже поедем домой.
Ой, они такие тут непунктуальные. Говорят, в 12 придут, в 12:30, то ли в час. Мне, ой, мне некогда, там я те дела, эти дела делала. Такие непунктуальные. Я отработала. Смотрите, у нас какой. 31 декабря. Смотрите. Эти даже вот сидят там, загорают. Представляете? Утром такой дубак. Вообще прям вот я вышла. Я так замерзла. Утром. Что вот так вот вся шла. Вот так вот. Я в таком полушубке, скажем так. Вот. А сейчас прям жара. Блин, а еще у меня камни в ботинке. Вот сюда камни. Да, завалились, и иду по камням. Как принцесса на горошине. Ой. Мои клиенточки. Вы знаете, сейчас вот перед Новым годом все клиенты, все знакомые, идешь. А испанцы очень любят целоваться. Ну, в том плане, что приветствие у них два поцелуйчика, да, в щечки. Вот, неважно, ты там друг, знакомый, может, ты там раз всего видел. Или там, ну, вообще, любят они целоваться. А я не любитель, знаете, вот этих всех поцелуев. Ну, как бы с незнакомыми людьми раз в жизни видишь. Или даже, ну, не привыкшая я целоваться. А сейчас вот такой вот праздники все, да, они, у них вот такая вот, как, поздравляют они так. И, в общем, сегодня нацеловалась на целый год вперед со всеми. Ой, и с клиентками, и не с клиентами, и со знакомыми. А еще мне сестра, что там такое валяется? А, это от пальмы. Такое ощущение, что собака. Это от пальмы. Сестра мужа. Я когда говорю сестра, я имею в виду не свою сестру, а сестру мужа. Она мне сегодня покушать принесла на работу, которая рядом с магазином у нее. Она принесла там что-то мясо в томатном соусе, по-моему. Так что вот еда у меня есть. Я хотела вообще сегодня покушать помало, ну, чтобы потом ужинать бы же еще. Но у меня там есть каша пшеничная. Пшеничная. И вот я ее буду с этим мясом. Но немножко. Маленькую порцию надо покушать. А пока вот гуляем. У Чарли сегодня он вообще, он в эти праздничные дни один раз гуляет. Потому что вечером его фиг за выгонишь. Мы вчера даже эксперимент ставили, представляете? А вчера же муж первый зашел в квартиру. Чарли, бень пураки. И говорит, когда он меня увидел одного, он начал, говорит, плакать. Вот так прям. Вот. И я вчера сделала вечером эксперимент. Он говорит, иди выведи его. Я говорю, да он не пойдет. Открываю вот так дверь и делаю вид, что я ушла. Нифига, он даже не вышел. И когда увидел, что я обманула, открываю дверь, он опять как ломанулся в другую спальню. Не хочет. Потому что стреляют. Блин, скорее бы уже кончились эти праздники, эта стрельба дурацкая. Поливают все везде. Там вот вижу, травку поливают. Ой, с интернетом это вообще умора. Опять начал звонить. Ой, этот типа техник. Чё звонить? Ну чё звонить? Надо приезжать и делать, а не звонить. Ну чё звонками они сделают? Ну что, ну толку мне звонить? Ну надо приезжать и делать. Они звонят. Чё звонить? В общем, пипец. Ну теперь я до пятницы. Выходная. У меня отпуск 3 дня. Ой, даже, не знаете, не придумала, что бы мне сделать такого интересного в этот отпуск. Там что-то как-то мутно. Сейчас подойдем, посмотрим. Хочется что-то сделать такого. Например, куда-нибудь пойти. Ну, пешкорасом имеется в виду. У нас на следующей неделе скидки начинаются 7 числа. Так вот, мы, наверное, ну не наверное, точно я поеду. Это будет как раз понедельник. Хоть мне ничего и не надо, но по скидкам пошляться. Вам поснимать шопинг.
Вот. Поэтому куда-то ехать. Вот, видите, опять стреляют. Все. Все, закончилась прогулка. Прогулка наша закончилась. А если я его сейчас на руки не возьму, он ляжет на травке и будет лежать. Вот, видите. В общем, не знаю, что я буду делать. Вот так и гуляем. Не знаю, что буду делать. Ну, что-нибудь придумаем, да? Мою рыбку сладкую. Там поливают так красиво прям. Вон, блин, посмотрите. Все. Шла я быстрее домой. В машину. И прям как в тумане вон там все. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Вот какая подушка, смотрите, они прям очень похожи. Но я специально более серую выбирала, чтобы она вот тут будет. А это моя, это моя. Вот эта штука такая классная, кстати, электрическая. Она так греет классно, я ее под задницу себе положу. И мне так тепло. Вот, вот так. Прикольно, да? Такая подушечка. Так как я машину оформила. Опарковала прямо у себя внизу. Кстати, на улице намного теплее, чем дома. Да? Да. Дверку что ли? Ай, мои, смотрите, какая красота. Красота. На работе уже все отцвели, отцвели. А эти, по-моему, кобздец. Эти отвалились. Почему-то. Почему-то отвалились. Зато вот этот зацветет, смотрите. Его какой-то мошки ели. Я его лечила. И, в общем, они везде бутоны были. И эти мошки от лечения, в общем, бутоны эти скрючились. Но зато вот один остался. И мята моя растет. Вкусная. Пахнет обалденно. Вон моя машиночка. Дед Морозик. И вот такой у нас 31 декабря. Вот она, какое наше лето. 31 декабря, представляете? Ой. Весна. Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляя ход. Я пойду кушать. Кушать что-то не хочется. Знаете, время уже 2:30, а мне не хочется кушать. Странно. Это от меня неожиданно так. В общем, да. Этот цветок тоже опадает быстро. Пипец. Но он потом все листья сбросит и опять начнет расти. Ну, обычно его все выбрасывают. Машинку надо поставить стираться. Я тут белье вешала. Соседскую собаку вообще не было слышно. Думала, что здесь нету. А сейчас гляжу, вон там. Не своему новогодние вкусняшки. Чарли, естественно, за мной бежит. Он там лежит, мне так его жалко. Сейчас мы его покормим. Как пахнет вкусно белье. Да. Маленький, что-то у него на заднице там, как аллергия какая-то. Вообще так жалко животных. Такие не бедные, несчастные. Да, не могут себя защитить. Сейчас тебе дома дам чуть. Да. И все, пойду отдыхать, готовиться, набираться сил. Я сходила в душик уже. Голову хочу высушить естественным путем, потому что мне так больше нравится, когда укладывается. Вот. И знаете, что хочу сделать? На шаре позаниматься, пресс покачать. Ой, не знаю. Вот так. Я кофе выпила, сейчас пойду чай выпью зеленый, так что как сегодня не обязательно спать ночью, так что могу себе это позволить. Так, уселась. Я вот так занимаюсь. Тут гардеробная, может сказать, мужа и моя
как это сказать, крашусь я там. В общем, буду с вами прощаться на этой нотке. Встретимся с вами уже в новом году. Но это всего лишь одна ночь. Завтра вы увидите, как мы отмечаем Новый год. Завтра у нас тоже планы грандиозные. И даже будет, наверное, веселее, чем на Новый год. В принципе, я на это надеюсь. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы приходило оповещание. Всех еще раз с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, солнышко. В общем, всего-всего-всего самого наилучшего. И до завтра. Пока-пока. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in